В одном углу синий, в другом красный. За рингом эмоциональные тренеры и болельщики. Это открытое первенство города по боксу на призы главы города. Андрей Гаранин следит за каждым поединком. Смотрю уже третий бой, куча эмоций. Видно, что ребята очень хорошо подготовились. Вроде бы как бы внутримуниципальное у нас состязание, соревнование, но при этом приехали ребята из КМАУ, из Таркасалея, из Карачаева, из Ноябрьска. Видно, что есть хорошая конкуренция, значит, есть возможность показать себя. Показать себя для этих ребят сегодня самая главная победа. Для большинства спортсменов соревнования такого масштаба дебютные. Я 4 боя провел. 2 выигрыша, 2 проигрыша. Расскажи, почему проиграл? То есть, ну, вот, может быть, там какие-то ошибки совершил? Какие ошибки? В прошлом соревнованиях я совершил очень огромные ошибки. Я руки вниз тянул, потом я не защищался, меня били, загнали в угол и проиграл просто. Просто бил, не отходил, стоял возле каната в первом раунде. Потом во втором, третьем раунде я... Понял, я стоял в центре и не подпускал к себе противника. Буду стремиться дальше. Все мои недостатки я учту в следующих боях. Каждый поединок длится 3 раунда по 1,5 минуты. Однако страсти в каждом бою кипят нешуточные. Ребята стараются проявить себя с наилучшей стороны. Спортсмены говорят, самое важное – не нервничать и продумывать каждое движение. Ведь главное – не нокаутировать соперника, а переиграть. Занимаюсь я 2 года, готовился к этому бою. Вот. Приехал, победил. Трудностей особо не было. Вышел, выступил, главное, что не волновался, вот, победил. У меня уже 15 побед, я не один раз не проиграл. Боксерские поединки длились 2 дня. В первые прошли предварительные бои. Они определили претендентов на золото первенства. Финальные встречи состоялись во 2-й день. Мы с удовольствием приезжаем на ваш турнир. Спасибо вашему мэру за то, что он оказывает финансовую помощь для развития бокса в своем округе, в своем городе. И нам очень приятно приезжать. У вас хорошая организация, отличная школа, Олимп. Всего в турнире участие принимали около 70 человек из городов и поселков округа. Губкинская команда одна из многочисленных. В ее составе 17 человек. 6 из них завоевали бронзу, у 4 серебряные медали. 7 губкинских боксеров стали золотыми призерами. Всего же на первенстве разыграли 18 комплектов наград. Елена Канина, Сабина Лимарова, Денис Гимп, Никита Мищенко. Новости Губкинского.